раньше не были даже на отоплении, на, ну, они работали в минусной температуре. Просто, я не знаю, как это даже возможно. Я думаю, что эти заводы стоит спасать. Это очень важно. Бабушка русская из Крыма, она там еще родилась, но там и не жила, потому что со семьей убежали в 17-м году. Я чуть-чуть удивлена, что мы не получили никаких господдержки. Ноль, ничего. Такой же проект в Европе, у нас был бы давно какие-то кредиты, госбюджет, что-то упрощенное. Нам абсолютно тяжело заниматься экспортом, не потому, что у нас нет спроса в Европе или в США, потому что русские таможенники такие сложные, чтобы заниматься экспортом просто тупик для маленьких фирм.